Дзержинский ФОК отозвал иск Киркорову. Ранее спорткомплекс требовал от певца 50 тысяч рублей. Напомню, в конце июля в картотеке арбитражных дел появилась информация о том, что Дзержинский ФОК АК решил судиться с Филиппом Киркоровым. При этом сумма экономического спора составила 50 тысяч рублей. Причины для иска не назывались, однако известно, что певец в ноябре прошлого года из-за технических проблем отменил концерт на этой площадке. Исковое заявление было подано в арбитражный суд Москвы. Впрочем, накануне его по неизвестным причинам отозвали.